Здравствуйте, мои дорогие друзья, я Александр Пичуев, и сегодня я хочу подарить вам еще один ритуал, переснять его еще раз, так как люди молодцы, как говорится, понравился этот ритуал, и начали даже все ведьмы и колдуны по полной воровать его, красть, но не зная текст и наделают ошибок, потому что сущность придумана мной. Кошельника звать, но сейчас переделали и начали все писать кошельника призвать и так далее, на богатство. Так-то это мой авторский ритуал, ушедший, как говорится, год назад. Все дата, все на каналах есть вся информация. Кошельника звать на богатство. Делать четверг, это черный ритуал, это не из белой магии. Нам понадобится кошелек у вас любой, но я показываю, я не делаю ритуал. Вы лучше берете без денег, то есть пустой, не с деньгами кошелек, не с банковскими картами, чтобы он был пустой и открыт. Нам понадобится стопка спиртного, лучше, ну я самогонку налил. Нам понадобится также 4 монеты. Лучше делать в полночь данный ритуал. 4 пятака монеты. Читаем 9 раз заклинание, потом убираем монеты, кладем в кошелек, как говорится. Кошель наш, да? По-старославянски. Вот. И убираем. Спиртное на перекресток, как говорится, относим в дар данной сущности. В течение где-то у вас недели, даже раньше, с деньгами все будет расти. Те монеты, 4 пятака, не тратим. Большая просьба. Дух кошельник, денег тайник, златный рубник. На залишах, закромах, золотых почивальник. Дух знающий все, кошели мира. Твоих богатств не счесть, не пересчитать, не украсть. Лишь за зыв, то сотворит, то духа кошельника в своем кошеле поселит. Зову тебя, духа кошельника, в мой дом, мой монетный дом. Расщедрись монеток монетки, кошель ты, дух хмельный, напоись, мани благо в мои. Дарывала кошель. Быть посему, по слову моему, а дух кошельнику жить в моем кошеле огонь. Всем удачи, успеха, с вами был Александр Пичук. И побольше вам денег, поменьше разорения. После просмотра видео не забудьте подписаться на канал, поставить лайки. Всем удачи!